Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор на талант. Это талант замедления. Я вам покажу, для каких героев его можно, нужно, или если вы хотите на свое рассуждение поставить, также где его используют чаще всего. Так, покажу, на каких героях у меня частично он есть. Вот этот состав, это для Архидемона прокачан был специально. Это второй состав для Архидемона. Тут есть Друид, замедление 8-8, Купидон, Вольтор, Укротитель, Ведьма, Тыква. Давайте поговорим о самом таланте. На 8-8 он имеет 40% шанс на снижение скорости противника на 70% в течение 5 секунд. Это немало. Можно также собирать этот талант рунами, но там шанс будет 25%. Сейчас я вам покажу. Вот 25%, также на 70% снижение скорости на 5 секунд. То есть разница только в процентуальная. Почему этот талант используется против архидемонов, там, против елийских боссов, против, ну, на лаве четвертой, на лаве третьей, везде, где есть жирные боссы, скажем так. При срабатывании он наносит дополнительный урон. Многие этого не знают, многие это знают уже. То есть, когда у вас срабатывает этот талант, он наносит доп. Урон. По-моему, если я не ошибаюсь, урон равен атаке вашего героя. Вот, поэтому фактически вы бьете два раза, если срабатывает там 40%. То есть, грубо говоря, с трех ударов, там, пусть два удара, там, либо один удар у вас будет дополнительный. Это немало. Поэтому его берут. Прокачивают специально на гильдийских боссах, на архидемонов, на лаву, чтобы либо сократить время, либо увеличить количество наносимого урона. Теперь давайте по алтарю вам расскажу, для каких героев можно его ставить. Ну, шапка — это не тот, конечно, герой. Ну, друид однозначно для архидемона, чтобы замедлять боссов. Дальше у нас идет... У Химеры он встроенный 5 с 5, ей качать его не надо. Гарпии тоже, в принципе, можно не качать. У меня стоит также у Душегуба, это чисто я поставил для в королевской битве. Иногда бываю, составляю паки с разбросом, то есть Душек сам по себе дает еще разброс. Уменьшает количество энергии также, плюс замедление на доп. Удар. Укротитель для архидемона. Так, дальше кому еще можно поставить? Можно также поставить сердцеедки. У сердцеедки довольно-таки неплохой урон, и она тоже очень хорошо справляется на архидемоне, который наносит урон по зоне. Если прокачать снаряжение сопротивления крит урону, чтобы их не критовали, можно с сердцеедкой вместо вольта бегать. Наносит очень много урона, быстро убивает мелких гоблинов, которые вместе с архидемоном. То есть без проблем. Так. Для Анубиса не надо. Можно поставить на стрелка, если вы хотите его использовать там в королевской битве. Либо же на лаве 4 и 3. Можно ставить ему, это будет дополнительный урон. То есть вы сократите время. Кому можно еще? Купидон. Также на архидемона. Однозначно ведьма. Это против архидемона, который с топором. Она выкидывает своих тыковок. Заодно и можно замедлить самого архидемона, если танковать через ведьму. Вольтор.
тоже для архидемона с уроном по зоне. Ну, кто-то использует Тессу, кто-то использует Вольтора. Тактик очень много разных есть. Я, допустим, имею возможность, я себе прокачал Вольтора с замедлением. По поводу тыквы, честно говоря, и замедление 8-8 качать не нужно. Хватает берсовая тыква с головой, она быстрее разгоняется. Разницы в уроне вы не заметите. В принципе, все. По данному таланту тут особо говорить нечего. Моя задача была вам показать, на каких героев можно поставить. Вы можете, в принципе, поставить на допов, которые там у вас в каких-то локациях используются. Это как бы не есть проблемно. Можно даже в PvP режимах, там на факелах использовать. Я часто так делаю. Ставлю того же самого либо Вольтора, либо какого-то дальника. Даже того же самого друида Купидона. Ставлю пятую ремку, и издали он сразу же бьет скиллом, плюс он очень хорошо замедляет противника. Бывает такое, что я даже на таких попадал, мой герой просто не добегает, его раз заметил, второй раз ударил, и все, там в принципе сносят его. Так, давайте я вам покажу этот талант во всей красе на лабиринте. Специально дошел до гоблина, которого можно замедлить. Мы сейчас это попробуем сделать. Так, создать команду. Сейчас я всех уберу. Выставлю команду с максимальным замедлением. Так, пока поставим тех, у кого оно будет максимальное. Так. Так, этот есть. Немножко не тот укротитель. Можно было бы еще и варлока поставить, и ворожая можно поставить. Они тоже замедляют, но они не наносят до урона. Встроены. Давайте ворожая поставим. Купидон, ведьма. Так, уберем все-таки варлок. Ворожая поставим. Тыква. Вольтор. В принципе, думаю, нам этого состава хватит, чтобы вы увидели, как сейчас будет замедляться именно этот гоблин. Начнем. Ведьма. Вот видите, я даже не успел всех героев выпустить. Он уже просто стал на месте. Это все благодаря тому, что у героев прокачано замедление. У кого оно встроенное, у кого оно прокачано талантом. У Гарпии, например, это скилл. Вот он стоит на месте, то есть... Какой плюс от этого таланта на эти герои, которых я показал? Они просто замедляют, и цель, которую они замедляют, она не добегает. Соответственно, она вас не бьет и не наносит урона. Единственное, архидемоны, там есть некоторые боссы, они с автопроком. То есть там без разницы, замедлите вы его или нет, у него все равно при наборе энергии сработает там умение, талант. Скилл. Вот без проблем просто убили. Точно так же там все происходит на эльдийских боссах. Просто у меня уже он прошел, показал бы то, что в принципе вы и так видели. Очень много видео с замедлением. Все. Всем желаю выбить на этих героев, которых я показал, также замедление, прокачать его на максимум и соревноваться в топе за победу на архидемоне. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, на какой следующий талант вам сделать обзорчик. Всем пока.